Приветствую всех на канале для предпринимателей и их ответственных сотрудников. Вы смотрите видео про бизнес. Сегодня мы расскажем, какие документы должен выдавать покупателю продавец при проведении продажи. Если вы продаете юридическому лицу, то сначала неплохо было бы заключить договор, чтобы точно обозначить условия, на которых вы работаете. Договор является гарантией того, что после оплаты с вас не будут требовать больше обещанного. Чтобы клиент мог вам оплатить безналичным способом, выставляется счет на оплату, где в основании указывается номер и дата того самого заключенного между вами договора. Если покупатель оплатит наличными деньгами или карточкой, требуется выдать кассовый чек. Это документ, подтверждающий факт получения оплаты. Далее все зависит от того, продаете ли вы товар или оказываете услуги. Если оказываете услуги, после выполнения работ заполните в двух экземплярах акт выполненных работ. Пусть заказчик обязательно его подпишет, тем самым вы обезопасите себя и не получите от него в дальнейшем каких-либо претензий. Если вы продаете товары, тогда подписывать покупателю уже нужно будет товарную накладную, в которой будет перечислена отгруженная вами продукция, ее количество, цена и общая сумма. Накладная и акт – это так называемые закрывающие документы. К ним относится и счет-фактура. Обычно она выписывается теми, кто платит НДС. Но и другие предприниматели тоже могут ее выписывать, так как в ней можно указывать режим без НДС. Обратите внимание, что при продаже физическому лицу уже к заполнению нет такого количества документов. Там достаточно выдать чек и накладную. Чтобы не вникать в тонкости заполнения каждого вида документа, в наше время достаточно использовать торговую программу. Скачайте ее пробную версию по ссылке под этим видео, а также подпишитесь на наш канал. До скорых встреч!